Привет! Сегодня я хочу показать, какой классный подарок можно сделать на любой праздник. Это алмазная мозаика Кубрикс. Мозаика, которая позволяет собрать любое фото в формате пикселей арт. У нее есть три варианта цветов. Это черно-белая оригинал, сепия, винтаж. И третий вариант, более цветной и яркий, это поп-арт. Для себя я выбрала черно-белую. Винтаж. Заказала ее на Валберес, но у них также есть магазин на Озоне. Все ссылочки я прикреплю в описании под видео. Так, а сейчас давайте посмотрим, что входит в сам набор. И я покажу, как собирать алмазную мозаику из фотографии. Сам набор хорошо упакован в пленочку. Мы ее снимаем и смотрим, что же внутри. И внутри есть красочная подробная инструкция по сбору мозаики. Также сама основа с клеевой поверхностью, которая защищена специальной пленкой, формат А4. А можно собирать как горизонтальную, так и вертикальную фотографию. В наборе Original 5 цветов и 16 тысяч страз. Также есть пакеты специальные для хранения этих страз. Каждый пакет отмечен соответствующим знаком. Стилус с клеевой основой, лоток для страз. И специальное крепление, с помощью которого можно повесить готовую работу на стену. Для того, чтобы получить схему по сборке мозаики, нужно отсканировать QR-код из инструкции. А в инструкции также содержится уникальный код, который вам нужно будет ввести. Далее мы выбираем набор, который заказали. И можем загружать фотографию. А фотографию можно загружать как вертикального, так и горизонтального формата. Нам предложат 12 вариантов макетов. Вы посмотрите, выберите тот макет, который вам понравится. Я выбрала для себя, по-моему, второй вариант, если я не ошибаюсь. И можно отправить инструкцию себе на почту, что сделала лично я. А также можно собирать мозаику и сразу же здесь на сайте. Для удобства я себе распечатала всю инструкцию. У меня вышло, по-моему, 5 листиков. Так, начинаем собирать. Берем стилус и набираем им клеевую основу, прокалывая клеевую основу. Потом поэтапно отодвигаем пленку с поля для сборки. Полностью сразу пленку убирать не нужно, иначе все покроется пылью или мелкими ворсинками. И стилусом аккуратно захватываем стразу и приклеиваем ее на поле, чуть-чуть нажав на саму стразу. Итак, у нас получилась вот такая красота. Посмотрите, как она переливается и блестит. Я просто, честно говоря, в восторге. А собирала я ее, кстати, не одна, а вот с этим замечательным молодым человеком. Это мой старший сын. Ваню процесс очень увлек. О результате он просто остался в восторге. Мне кажется, такой набор отлично подойдет для людей, которые любят заниматься рукоделием, вышивать, собирать пазлы, фотографировать. Можно подарить как набор, так и уже готовую картину. Переходите по ссылкам в описании под видео и заказывайте прямо сейчас.